Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Руслан Николаевич, Александра Витальевна. Позвольте от имени Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики поздравить вас, ваших коллег, а также членов Союза Российских Городов 30-летним юбилеем. 30 лет действительно показывает большой опыт. За это время Союзом действительно накоплен бесценный опыт и багаж знаний, который является также источником и ресурсом для заимствования для других ассоциаций городов зарубежных стран. И, конечно, Союз Российских Городов и сейчас показывает лучшие практики и примеры развития городов. Уважаемые коллеги, Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики всегда готов и открыт к тесному сотрудничеству с вами. И в этот праздничный день мы хотим пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, в первую очередь, добра, мира и благополучия в семье. Уважаемые коллеги, мы безмерно рады еще раз поздравить вас с юбилеем и хотим, чтобы все ваши пожелания исполнились. Еще раз с праздником, уважаемые коллеги!